Сегодня идем на стройку, на строительный объект. Но для начала зайдем в Skattenverket. Вот так вот выглядит шведская карта, идентификационная карта. Сейчас мы идем в Skattenverket. Это налоговая, социальная служба, пенсионный фонд. Здесь регистрируются мигранты. Давайте посмотрим, как выглядят общественные туалеты в государственных учреждениях Швеции. Вот специальная кнопочка, если вам стало плохо. Это для больных людей. Столик для пеленалия детей. Раковина, мыло, все есть. Салфеточка тоже есть. Приспособление для инвалидов в туалете. Все чисто, красиво, ёршик. Еще одна кнопочка сигнализации, если вам плохо. Туалетная бумага. Вот так все это выглядит. Просто общественное учреждение в Швеции.